Ара, ничего тебе? Девочка, как ты там? Билеты, пожалуйста. На этот билет? Билеты, пожалуйста. На этот билет. Ваши билеты, пожалуйста. Слышь, ты не русский, что ли? Я тебе по-русски говорю. На этот билет. Штраф, пожалуйста, платите. Какой штраф, слышь? Я инвалид. Штраф платите или показывайте билеты. Садись, слушай. Садись. Надо правды нет. Садись. Садись, садись, садись. Но если нет билетов, надо штраф платить. А на что я скажу? Слушай, ты не понимаешь? Опять разобрался, не сразу понял. Что я скажу, Марта? Я. Давай, давай. Заплати штраф. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слушай, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. Сколько за штраф? 7. Бежать. Ну что, давайте об этом поговорим. Есть о чем. Отлично. Что это было? Расшигание. Экстремизм. Это национальная тема. Насколько зажрались и нагло ведут себя люди. Вот. Ну, это очевидно. Да. Ну, что да, что это по фильму? Что это для зрителя-то? Да? Это вот то, о чем переживали в то время люди. Они, ну, как бы, это действительно творилось такое на а сейчас ты не встречаешься? Сейчас. Ну, сейчас это уже почти незаметно стало. Ну, конечно. Ну, это у нас незаметно, а в Москве? Это везде. Да, это то, что наболело, вот он, это именно, вот оно наболевшем, он показывает именно сцену. Вроде фильм вообще не про это, да? Там дальше вообще этих черных нет. Нет, почему? Он его братом называет, опять же, конечно, не об этом. В этом фильме. Он, наверное, показывает то, как кто, ну, люди хотят, наверное, как расправить. А если мы, за нашими эмоциями последим? Вот как они меняются, да? Вот тут я смотрю на это, да? Во-первых, ситуация, для меня лично ситуация очень узнаваемая, да? То есть, например, я был в этой ситуации не контролера, но сидел там и боялся вякнуть, как все пассажиры. Потом на меня наши русские женщины с таким презрением смотрели. Угу. Мне стыдно стало. Я потом вышел на остановке и не знал, в какую сторону поехать. Ну, струсил. То есть я, например, помню свое ощущение. Не, ну это реально страшно с ними связываться, извините. Да. Это то реально есть страшно, это не просто. Это... Но я не думал о том, у меня просто обуял страх, и потом я только понял, что да, он бы просто меня... Он, они него бы меня пырнули ножом, там, да, вот, и не проблема, и все бы точно так же сидели и молчали, да. То есть это да, да. То есть мы давай разберемся, вот чего это такое? Тогда еще особо как бы поножовщины не было. Сейчас она. Ну, они. Все хотя, равно, может быть, и тогда было. Ну, у него сила, вот, пистолет, по крайней мере, использует. Да, да, да. Ну вот зачем он эту сцену, да, вывел? Ну, что это такое? Это еще кладбище. Справедливость, может, опять же, что они тут набрасывают. Ну, как не хотят поправить. То есть она сейчас даже еще нет, более похотливы. Актуально звучит, чем тогда, наверное. Может быть, так точно, не знаю. Кстати, да. Хозяева что? Жизни. Что это такое? И вот если мы тогда хихикали про евреев, потому что это как бы безопасно, это шуточки, это все. Угу. Здесь мы как бы вот если помним, если наше ощущение, мы сидели здесь, молчали все, да? То есть мы следили, мы знаем, мы тысячу раз это видели, да? И мы знаем, чем это кончится, да? То есть, но вот этот конфликт нас до сих пор очень волнует. Ара, ничего себе. Девочка, как ты там? Ну, они, эти ребята замечательно отыгрывают, они прям как в жизни, вот прям оттуда. Билеты, пожалуйста. На этот билет? Билеты, пожалуйста.
контролер какой-то утрированный. Чересчур. Для контролера чересчур. Мужик. Мягкий. Ну, растерялся, он показывает, что он боится их что-то предпринять, потому что он не знает, что неконтролируемая ситуация уже возникает. Он боится ее усугублять. Ну это да. В принципе, это и показывается. Ну, да. Ваши билеты, пожалуйста. Слышь, ты не русский, что ли? Я тогда по-русски говорю. Нет билет. Штраф, пожалуйста, платите. Какой штраф, слышь? Я инвалид. Штраф платите или показывайте билеты. Садись, слушай, надо правды нет, садись. Но если нет билетов, надо штраф платить. А что я скажу? Слушай, ты не понимаешь, что ли? Что я скажу, Мороз Марта? Я. Давай. Заплати штраф. И интересно, что вот в любой сцене, вот если вот даже не обращал внимания, но... Вот в любой сцене есть вот поворотное событие. Вот в каждой, да? Вот здесь вот. Переломное. Да, переломное. Ну, по-разному. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Все возьми. Слышь, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. Ну, это же обалдеть. Вот так вот Балабанов взял это и вложил ему, да? То есть то, что мы бы хотели все сказать. Но, блин, сидим и молчим, да? Он взял, то есть это... Ну, его потрясающая смелость Балабанова. Нет, ну как Балабанова. Балабанова, хорошо, да. Да? Угу. Так выкладываешь штраф. 7. Я не знаю, я трусоват, например. Пистолетом? Нет, трусоват такое сделать, слабо, наверное, кишка тонка, может быть. Но я просто себе говорю, допустим. Да, нет, слабо. С пистолетом, да. Вот про Балабанова я согласен, что могли бы за это дело. Дальше их. Ну... Оп, и сел. И сел, тогда. Опять. Че, есть кому что высказаться? По-моему, это, конечно, колоссальная, да, штука. Сейчас по тоже... смелости его, по вообще. Наплевательскому отношению, ну, ко всему. Да. Там, к тому, что его критики загнобят или что. Да. Я тут отходу, кстати, здесь, похоже, именно пленка, да, просто вечером мы прилавок на камере. Ну, может, телевизор. Я не знаю, пленочный век уже все прошел. Ну, это пленочный, сейчас же не видел. Ну, это да. Ну, да, ну, как... Дешевая картинка, да, все простое, как граб. А, просроченная, вот и... Да, просроченная пленка, да, просроченная. Вот этого персонажа интересно, девочку обсудить, кто она и что. Could you tell us how to find the Nora nightclub? Yeah, you know the Nora nightclub? Somewhere around here? Do you speak English? English? Nora? Hey, ребят, it's not Nora, Nara. Nara, it's very... Понял, нет? Короче, это вам надо, знаете, как пройти? Straight ahead. Питерский такой персонаж. And to the right. Okay. 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 Thank you. Bye, bye, bye. Bye, bye. Пока. Hi. Ух ты, плеер такой классный, дай послушать. А что ты тут так угоняешь? Нормально есть что-нибудь? Ты что, не мой? Нет. Плеер такой реальный. Одет как абсос. Кислота есть? А башли? Башли есть? Нет. Ну ладно, я к этому. Здесь меня всегда найдешь. Будут деньги, приходят, топыримся. Ну все, пока. То есть опять после того, ну, случая, да, показывают, да, доброго, да, такого увольня. Увольня. И комичная сцена. После напряженной, тяжелой. Ну да. Ну Кэт-то бесподобная, да. Бесподобная. Просто милашка. Thank you.
Ну, ее же тоже спасать надо, в принципе, по-своему. Вытаскивать с этого болота. Здорово, да, да, да. Тут там хорошо он потом с ней поговорит. Я брата ищу. Багров Виктор, он жил здесь. Я брата младше, только 2 дня в Ленинграде. Мне мать его адрес дала, мойка 1, квартира 8. Ну, здравствуй. Брат. Брат. Класс. Встретил, да. Старший брат, папа. Вот как немец его встречает, а как?